Что там делаете? Душу сосу. А, я сдох. Сейчас подхожу. Можно без уточнений просто сосуд. Адмирал, у меня всегда были такие подозрения. Ладно, девчонки, болтают. У меня никогда не было подозрений. Ладно, ну вот ты-то чё? Ты точно в мужской туалет ходишь? Мы, может, что-то не знаем? Не поверишь. Сейчас просто всем отдам, и нормально будет. Так, даю проверку. Коник. Клак. Клак, клак, да? Все, готов. Все. На вихре можно не разбегаться, домкуп. Вот стоит. Нету, Бринтра нету. Кстати, да. Леха, за приход оформить. Что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир... Вроде, на чей счет там за приход? Два гона. Кому ничего не надо? Ну кольцо, если никому нахер не надо, можешь мне сунуть. Чёрт возьми, совы, зачем? На пыль можешь скидывать. Собирай. На чисто так. Не шипай. Вина, ты её выплять. Куда он его не дает? Чего? Ты это как открыл? На кого? На лок? Угу. У него ранг не хватает на все 4 куска. Для нашего господина нет ничего невозможного. Ты ехал, дальше. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кажется, повиноваться.
будет уничтожен. Тот же, кто будет... Что происходит? Я поднялся. Что с танками? Я в душе не ебал. Один с одной стороны агрит, второй с другой стороны. Сам агрони держит. Спрашивается, нахуя? Я вытяну. Дайте Нергалету подрать. Нергалет вырос. Я буду дать квадратик ему. Давай квадратик. А токены 10 тысяч, да? Да. Друидовские токены продаются, Лёх? Да. Крыс. Окей, Вава. Токены на Пала нужны, конечно? Нет. Тут есть только один паладин, но молчи. А пуха свеча на инту нужна кому? Да. Ничего себе. Что-то смотри в чате, в дискорде, что-то спрашивай. А если сегодня не берет пуха собачки, так что... Только на сегодня, может. На следующей неделе после он после тебя уже у меня два человека за... А, ну можешь написать кому-то из них. Что его... Ну, правда, его только сегодня не будет. Я так поняла, на следующей неделе он берет. Денег не накопил. Поехали. Можно ребафнуть. У нас ДК нету. Второй пати. Оставьте рыбку, пожалуйста. То нету. Ну вон ДК во второй пати. Его нет. Я не знаю, это ваш покупатель или нет. Все, он гринтру взял, больше ему нихуя не надо. Он потом за кровью зайдет еще. Дайте кашку пороги, пожалуйста. Окей, Кир, заходи. Подамажешь. Все по это по готовности поверх. А у вас фул? И не того человека присуманили. Потому что не заменили. Ой, не присуманили. Они ДК что присуманили. Сумонить начали. Сумонить начали до того, как ты отменял группу. Поехали. Все, пофиг вообще. Будем ждать, блять, по два часа, пока кто-то сумонит. Лапу дайте. Лапа нет. С левой стороны сражу, блядь. Рейды ходит. Там Дарнавана оберните, ребят. Ладно. Восстань и обрети истинную форму. Ты не в силах. Дарнавана убиваем? Контроль. Вообще не хотелось. В лужах не стойте.
Трэш, почему никто не бьет? С левой стороны Мелики. Дарнован, не убейте. Что там кот, блядь, на боссе снизит? Фу, не туда. Кто-то. А, это этот вагон. Возьмите его в контроль, я его на лестницу поставил. Трэш. Сначала трэш сливаем, потом босс переводим. Ладно, где ты, блядь? Только урон получаешь. Гена так вот. Гена как-то доебаш. Трэш долейте. Потом босса. И босса начинайте. Дарнован подожди. Что? Через 20 секунд Еру добить. Ладно, убили. Что вы? Ух, сон. Только убейте. На все воля господина. Ваша смерть. Поехали дальше. Что, ни одного мага нет? Это с лаки рядом на замене заведи маг. Эти лапы хоть одна. Че, другие лапы могут прижать? Кстати, на заметку, сегодня говорить быстрее прошел с ЛК 25 хренк вместе с лечом, чем вчера вечерним. При этом, что они вайпались еще на лече. Мы тоже вайпались. Три раза. Так мы столько времени потеряли на мосту, пока вы там менялись с твинков на мейнов и так далее. Настя, тебе печеньки на полу нужны? Нет, нет. Тортиком. А, тортик. Просто... У меня есть покупатель на сундуке. С печеньком. Все здесь, все готовы. Я нет, Сумона. Уже прилететь мог, пока босс убили. Ну, запускайте, прилечу. Я просто варгримарь. Пускаю. Воспряньте!
Мы профа сразу после тухлятины будем бежать. Мы будем биться со смертельным врагом. Не, на профа покупателей. Хорошо. И отдай мне кольцо серебра, если оно никому не нужно. Вы видите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Покажи свои шипы, это... Я промокод выпил! Покажи свои шипы, кольца. Но у меня шипы, колец... Колец, угу, колец. У меня нет шипы, колец. У меня кольца не заменены еще. То есть вот эти кольца есть. Только поэтому я спрашиваю. Окей, он дашь отмену, да. Оно бесполезно, на ШП. Ну, лучше, чем то, что у меня. И чё, стоил этот промокод того, чтобы слушать её виск? Какой промокод? А чё там в промокоде-то дают? Кричи, она волк. Езжу. Угу. Парочка. Да. Ну что баба, ребят, сегодня делала? А чё он выкинул? Хороший вопрос. Ну про что? Скиллон. Это скиллон с Ника покинули гильдию. Ну, зря ему только пуху вчера отдали. Чё с ним было? Чтоб она ему в горле встала в одном месте, скажи. Не помню. Да нет, это человек, парень. Я даю вам 100%, что через пару дней он, блядь, будет просить обратно с этой нитью. Потому что Нику, блядь, ни в одной, ни в один рейд не возьмут в другой гильдии. Какой-нибудь портовый плюхи возьмут? Да возьмут. Так, мясо. Ну, здесь только обычку проходить будет. Максимум. Не, портовый плюха нормально закрывает, на удивление уже. Ну, кроме сокохэма. Это и есть фон гильдия, по сути. Та гильдия? Фановая. Сейчас же много гильдий, которые закрывают ссылках и... Ну, конечно, не фу, там, но некоторые на личах там сидят. Тут 5 конкуренций, как бы не закрывать, да? Не, есть гильдии, где могут забрать. Ну, допустим, у пива можно... Как бы там порейдить. У гаджета магов просто нету. Санкивах можно порейдить. Ребята, в прямом месте захочет, он хорошо играет. Он сейчас на землю. Так что его во многих людях видно. Не смотрю. Понимаешь, я такой человек, что, допустим, с многими общаюсь весьма неплохо. В разных гильдиях. И сейчас он в той гильдии, он сейчас в гильдию пошел к гаджету. Он пошел к гаджету в гильдию, и он там долго не продержится. Я даю все, что... Я даже догадываюсь, что его туда просто Эмила позвал. Да, типа его позвал, скорее всего, Эмила, но опять же, типа, ты думаешь, Нику будут брать в рейд?
Да, я знаю, что они сейчас, будут на нормальных. Сейчас пока будут, пока у них нет мага, у них магов ноль, прям абсолютно ноль. Ну знаешь, а когда, будет я, когда я к ним, допустим, вступал в гильдию, они и меня не брали будут в мои составы. Будут никуда брать. Лёш, ты прикалываешься? Становись. Дайте баф. Ну, кстати, просто пойдет, господи, чё там? Собрали пилону шеем. Чё не могу сундук открыть? Какой сундук? Почему сундук? На кораблях, которые. Скоро у меня получится. Так, пошли, получились. Я открою. Вот он и сказал. Ну я его типа вообще не вижу. У меня покупатель на печеньке будет сейчас. Вроде есть Делорус, короче, этот, на тело лутера. Там разберешься. Хотя не, не на Делорус. Я не знаю, другой канал показывает, да? Адмирал, у тебя стрим есть? Я думаю, какого хрена у меня, короче, всплывает сообщение от Дискорда, что Аскелон или Терра, типа, привет в канале текстовым. Я думаю, какого фига? Потом посмотрю, что это Фрида. Волю предлагают купить за 35 тысяч плюс 6 долей. Блять, дайте... Просто я отвечаю, типа, смотри, Аскелон ушли туда с Никой. Я оттуда сейчас заберу три человека с моего состава обратно себе в гильдию. Мне похуй, что они не заходят в рейд, но я их просто заберу и буду брать в рейд. Типа, в связи с этим, я хочу, что поставлю условие простое. Или ты просто этот, их кикаешь нахуй из гильдии, или я просто этот, разводю твою гильдию. В плане того, что я начну просто людей все забирать. Ты мне, а чё ты мне лотеры кинул? Потому что этот, я не могу сундук посмотреть. И чё ты предлагаешь, точнее? Сундук открыть или чё? Да, сундук открой и забери шмотки. Алло, меня спрашивают, волю за 30... Я тебя себе забираю, да, и разраливаю? Да, забирай, разраливаю. Окей. 6 медаликов? И 35 кусков. 6 на 3 сколько будет? 18. 40, 55 примерно. 53 тысячи за волю. Только я по старинке ролю. Сейчас сердечко выйдет. Он Керс выйдет, вместо Керса бери. Чего? Как бы. Да блять, плащик на инспек. Не может до босса даже долететь. Позор, блин. Вообще-то уинста уже у босса стоит. Все, я на это. Кстати, мне надо нормально. Я на трансмут его хочу. Я тоже, у меня пойдет. Артемия, чего говоришь? Что делать? У РБК такой же падает трансмут. Точно. И даже боешные, которые в аукционе продаются. Редвар, ты на мейн хочешь использовать? Ну, не знаю. Он так-то у меня слабоват. 64-го. Тогда конвест трейд. Кольцо мейнспек. Офспек кольцо. Вот, на друида забрал. Артемий, напиши, пожалуйста, в ЛС. Короче, воронку выиграл, кошель Ливерира, две плероли и 5000. Ну что там, адмирал, берешь, не берешь, что там? Я спрашивал, как да, нет у вас, он Артемий ответил. Не надо, бери. Че, погнали на сундук присумоним.
Стартуем, нет? Да, поехали. Ура! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лег только что... Адмирал здесь? Да. Гаджету, блядь, гаджету нихуя не рассказываешь, не палишь, ничего. Ну, окей. Вообще не общаюсь. Долорусу-то дай троить, или кто там из кнопки свои обезды собирает? Пока этот... Пока, блядь, Аскелона не кикнул, съездим. Окей. Слышишь, Лёш? То осколки собирает, а дай троить. О, этот лутера. Я-то не вижу осколки. Это... А можете кто-нибудь рассказать, почему они ливнули, то я прошу? Дай касочку. То, что в рейды не берут? Это как бы давно было понятно. Ну, то, что в рейды не берут или что? Спасибо. Я потом Нику на Джайну не беру. Так она тактику не знает, ясен хуй. Блин, типа... Понимаешь, взяли один раз, она два раза обоссалась своей метки, ну все. Так, понимаешь, ее даже на лича в хрем когда брали, а если на нее кидалось осквернение, у нас пол рейда просто падало с этого. Именно в хремке. Да не, по поводу Ники нихуя, вот по поводу Аскелона, блядь, они там ему жизнь в других гильдиях. Типа, если, блядь, даже Аскелон оттуда не кикнут, я просто, блядь, заберу себе половину, там, хороших игроков в своих гильдиях. Пускай думают, что я там переманю, мне похуй вообще. Просто такое дело, что Ника побывала уже во всех гильдиях, и ее отовсюду исключили. Если ее и оттуда исключат, это вообще уже ее никуда не возьмут абсолютно. На альянс только из своей фракции. Толку. А Аскелон, ну, вместе с ней, я так понимаю, теперь будет там. Девка, сколько ты мне готов дать голды за две воронки? 16к. 18. 18 и одна голда. 16 не покусаю. 16 300. 18, я не на тебя на пулю насыты. На Ване. Там, короче, было что-то 70, ну может 80 человек нужно, которым я выигрывал. И вот 5 человек на ключе, 5 человек вокалы. Ну, я так понимаю, мне самое жирное попалось, потому что там были рерасы две штуки, там был просто кошель ювелира, мне туда летит выпал. И было просто голда, а у меня, я так понимаю, все равно выпал. Ну ты куда оказался? Типа воронка, красная, оранжевая полироль, 5000 голды и я лицит. Миша, не висит. Миш, дай полирольку оранжевую. За... Миша, не давай. Мне навара нужно. Ты сама до сих пор не увидел. Между прочим, воронки на ауке уже по 10 тысяч стоят. А у нас демона не было, что ли? Сантей, ты не в демоне, да? Этажка здесь, куда ты летишь? Здесь вообще? Кто разрешал сундук открывать? Ну, просили же не открывать. Нету пуги. Пухи выпью, потом можно посоревноваться на первое место. Че не могу в сундуке открывать, ну, вообще? Долор здесь? Да, герой. Тебя ничего не смущает, что сундук не надо сразу открывать? Как бы людей, блядь, должны присумывать. Это обычка, блядь, которая продается вот на сундуке. На сундуке. Здесь 252, думал, вам покупатель. У нас было больше, чем один покупатель у рыбка. Покупатель был на печи. Тарян, ебаните КП тогда. Да не, просто лутер на мне. Сейчас на тухляти зайдем. Это, Настя, заберешь лут с сундука? Давай. Поехали, Наш.
Вага вчера больше. На кровь покупателей есть? Да. Да? Да. Да зачем вы пулите, когда танка нет, алло? Я не знаю. Зачем? Его кто-то ударил, я пошел бить. Смотрю, там тряпочник какой-то отходит. Это ужасный аддон. А, вон он лежит, тряпочник. Не ты? Ну не знаю. Почему тебе так окно гигантское нет, не закрывается? Смешно не закрывается. Был тут даешь, оно закрывается. Loot ID not found, мне пишут. Чё так долго, блять, этот, идём. Можете поактивнее трэша избрать вообще, еду? Да где так? Углядывайте. Блядь, ты здесь вообще, да? Киса, спекайся там. Сейчас. Так, этот на друида токен, если что, мне докину. Необычно. Это сколько штук продаешь двух? Окей, вопрос по очереди на кровь. Кто еще там, кому, когда кровь покупает, дает? Ой, я пока.